Смотрите новые серии эксклюзивно на Иви. Научу вас путешествовать. Бода-барода. Версаль. Смотрите, дети, я скопил кучу денег. Ух ты! Куплю себе новый дом. Где здесь магазин домов? Нет, мне не подходит. Ну, тут мне арочка не нравится. Ты что это за халупа? Нет, тоже не подходит. Тихо, тихо. А вот этот домик мне нравится. Роскошь мне к лицу. Бода, это же Версальский дворец. Резиденция короля Франции Людовика XIV. В нем обитало несколько поколений французских королей. О, подходит. Заверните два. Хе-хе, шучу, одного хватит. Ого-го, сколько желающих Версаль купить. Нужно поторопиться. Один Версаль, пожалуйста. Уф, купил наконец-то себе дворец. Теперь я не абы кем, а королем буду. Бода, ты купил не дворец, а билет на осмотр. Почести потом. Пойдемте смотреть мою берлогу. Каждому морфу по комнате. А остальные 690 комнат займем мы с моей бородой. Здесь я буду кувыркаться, здесь переодеваться, здесь правую ногу чесать, здесь левую, здесь буду ворчать, здесь ахей делать, а здесь ахей. Бода, у тебя уже есть комната для обчхи? Дети, не белочитесь. Король может делать ахей в любой комнате. Так, с комнатами разобрались. Теперь надо принять королевский вид. О. Придется бороду сбрить. Ой, как много меня! Ух ты, Бода! Это же знаменитая зеркальная комната! И что, мне каждого теперь брить? Так. Что? Уже гости? Бода, это туристы! Гости приехали, а в доме шаром покати! Нужно хоть и картошки в огороде накопать. А где же вся картошка? Где же вся лопата? Картошка! Лопата! Дети! Люди! Дети, в чем дело? Почему я, король, должен в очереди стоять, чтобы домой на ужин попасть? Потому что Версаль каждый год посещает более 3 миллионов туристов. И чем я их кормить буду? У меня картошка не уродилась, а они миллионами едут. Не, все, отрекаюсь от Версаля. Не нужна мне вся эта ваша роскошь. Вот, не абы что, а отличный скромный домик. А деньги я лучше на самолет копить буду. С мигалками и джакузи. И я ведь теперь король. Пока, Бода король. Пока, народ. Смотрите новые серии и развивайтесь вместе с Иви.